В начале декабря на территории Ленинского городского округа начнет работать новое учреждение – Центр управления регионом. Он откроется в недавно построенном здании на улице Школьной. Готовность к работе центра проверил глава муниципалитета Валерий Венцель. Вместе с ним на инспекции были первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков, директор центра «Мои документы» Николай Бондаренко и депутат Валерий Черников. Экскурсию по пока еще будущему центру управления регионом для высоких гостей провела куратор проекта Наталья Зиберева. Наши экраны, на котором будет видна тепловая карта, на которой мы сможем отслеживать все обращения, анализировать, то есть наши глаза, сейчас, наши уши. Общая площадь всех помещений более 300 квадратных метров. Трудиться в здании будут около 40 человек. Валерий Венцель осмотрел уже оборудованные рабочие места и зал для совещаний. Познакомился с некоторыми специалистами и высказал свои пожелания. Мне не хватает большого экрана, вот честно. Большой экран мне нужен. И это будет хорошо и удобно. Мне вот эти вот маленькие, ну, может быть, для чего-то я уж там где не планшет притащу. А вот большой экран, он мне необходим. Центр управления регионом – часть масштабного проекта губернатора и правительства Московской области. Он создан для того, чтобы более оперативно реагировать на жалобы граждан и, значит, делать их жизнь комфортнее. Девиз этого центра – все знаем, быстро решаем, не допускаем. Для нашего городского округа данный центр позволит решать проблемы быстро и эффективно. И он крайне необходим нам. Центр управления регионом – это аналитический центр, куда будет стекаться вся информация по городскому округу, консолидироваться и распределяться по направлениям. Специалисты будут работать по 4 основным блокам – ЖКХ, энергетика, дороги, образование и медицина.